Как играет MVP мажора Джель? Очень стало интересно, как у него проходят игры на Фейсти. Возможно, у него там какие-то махинации свои происходят. И да, почему меня это так заинтересовало? А все потому, что никто так агрессивно не отыграл в финале мажора, как Джель. Ну, кроме Карригана, конечно. Карриган там тоже нормально киллов накидал, особенно в ластовой игре. Но сейчас не об этом. Джель, Face it, смотрим. Я взял демку, где у него много киллов, но я думаю, все равно я найду причину, чтобы докопаться. Первый раунд пистолетный Джель решил купить броню. Ну, молодец уже. Понятно, ну как будто киберспортсмен поступил, да? Увидел игрока, побежал в спину, тот даже не разворачивается. Тут в лоб побежал, ну просто перестрелял. Ну красава, ну пистолеточка, минус 2 уже делает. Хотя и 2 тиммайта уже тоже где-то откинулись. Угу. Пока смотрел темку, где-то с меда забрали, но инфы никакой не было. Там был как будто тиммайт, спину он не стал смотреть. Там тиммайт же стоит, правильно? Но тиммайты ненадежны на фейсте, поэтому ну как-то так. Второй раунд как будто бы ику раунд, но Джель купил дигл, кучу гранат, броню и всего, денег нету. Как будто уже не ику раунд. Так, пытается пропушить, смотри. Ничего себе, смотри, где-то там на звук, где-то ВХ что-то зарешало. Выбежал сразу на противника, начал зажимать. Ну, кстати, даже не он убил, но он уверенно на него бежал. Смотри, Сити, есть инфа про темку уже. Забирают вообще аимчик, у нас супер, конечно. Еще есть инфа, дробовичок в руки. Ну, дробовичок не его тема, одного забрал, конечно. Ну, типа это где-то быстро откидывается. К Джиалю, конечно, претензий никаких нету. Отыгрывает прям как на мажоре, уверенно, быстро. И прям очень уверенно. Ну, смотри, этот раунд уже по-богатому. Есть калашек, есть броня, но без гранат. Ну, уже, конечно, нужно чем-то жертвовать. Закидали Джиаля какашками. Отошел назад. Будет ждать, пока прогорит молик. Может подпушить, правильно? Да, смотри, ВХ-шник. Смог накидал этих патронов, этих пуль. Противники как будто ждали и готовились принимать эти пули. Пришел к тиммейту на помощь, видит еще один смог. Можно же еще одного в смоку забрать, правильно? Правильно. Ну смотри, аккуратненько. Плечом пикает, пикает, никто не пикает. Да решил сам пойти. Смотри, а что было видно? Я бы не сказал, что он за стенки вышел. Ну да ладно, Джель увидел, значит было видно. Тут просто решил чекнуть, противник по таймингу вышел. Как хорошо все слаживается, смотри. Флешечка на Б улетает от Джеля. А пушить никто не будет, я понял. Чисто так напугать. О, да ну что ж ты будешь делать, смотри. Мне интересно, он всю демку будет там сквозь смоки, сквозь стенку нашивать? Ну это что это такое? Да ты знаешь, он здесь стоит. Давай, заходи уже в смог, забирай уже его. Смотри, не, ну смотри, какой ненасытный. Бежит, всех пушит, всех стреляет, смоки все прошивает, стены прошивает. Думает, противников нету, хотя бы по карте постреляю, правильно. Смотри, какое совпадение, что последний на миду. И Джель прям чувствует, чуечка не подводит, выходит на мид, ластовый на миду. Откинул молик, думал, будут его пушить, но в этот раз чуечка не сыграла. Ну, это уже дефолт для Джеля, я тут вообще не комментирую. Хороший раскид, хорошая граната на Сити. Идет сразу пушить. Так, ну есть инфа, что на Сити справа. И сразу на выстрел бежит. Но слева не чекнул, это, конечно, позицию. Или он понадеялся, что тиммейт чекнет, прикроет. Или он просто думает, где стреляют, там противник, ничего не смотрит. Идет сразу пушить. В него кидает смог, ему все равно, он идет пушить. Сразу все, нашивает, куда-то стреляет. Хлебом не корми, дай просто пострелять. Ну это просто Джель. Ну вообще Джель, я так смотрю, понимание игры есть. У меня такое ощущение, как будто он на простене когда-то играл. Как будто он киберспортсменом готовится стать, я не понимаю. Ну очень похожий стиль игры, как будто, ну, как будто играет на проуровне. Ну мид чекает, смотри, молодец, видит, тиммейтов там нету или откисли уже, пофиг. Смотрит, никого нету, все, уходим, ищем противника в другом месте. Тут уже, смотрите, осторожненько пикает. Шо, в крысу будет играть? Да ну не верю. Как Джель может играть в крысу? Это ж Джель. Так, ну Сити чекает, думает, может стягиваться. Вот тут все-таки тиммейт бомбу спалил. Угу. Хороший момент. Интересный. Сквозь стенку наводится. Сколько можно? Ну хотя бы не так палился, не знаю. Понимаю, что с мида бихайндер может зайти, и все правильно. Смотри, как пикает прикольно. Сквозь коробку. Ё-моё, 4% HP осталось. И не дожал. Не дожал, но бывает. Джель холостяк, сам ушел на Б. Ну все, будешь ждать, может кто-то подожмет. И правда, смотри, идет противник. Ну уже стал, правда, ну да ладно. Но Джеля чуечка никогда не подводит. Гранату туда, правильно. Туда и зажимай. Ой-ой-ой, как же хорошо было, как же хорошо. Кстати, у него на калаше наклейки дик написано, я не знаю, что это значит, но выглядит прикольно. Угу. Ну, тут просто чекнул, кривой смог, растерялся мальчик, но ничего, бывает.
смотри, ну куда, куда летим, ему на все пофиг. Тиммейты, возможно, говорят, там авик ласт, он где-то на сити. Пофиг, я бегу в смог, я зажимаю в смог, я пикаю все углы, по всему стреляю, всех убиваю. Флешечка на Б. Ну смотрите, кстати, я ни одного раунда не видел, чтобы Джаль пошел на А. Он Б игрок, что ли? Ну, получается так, видимо. Смотри, прям в противника моли. Как хорошо. Увидел голову, пострелял, не попал, зажал, попал, снова не попал. И снова, ну, в итоге, в общем, он попадает, но не с первого раза. Ну, ему это не мешает выиграть, поэтому пофиг как. Смотри. Он бежит в прыжке, стреляет, зажимает. Ну, камон, вы от кого еще такое видели? Вот это, конечно, выходки. Не, я максимально такого не ожидал. Ну, кстати, бывает, жаль, может еще пойти, вот смотри, на мид. Знал, что кинуть ему смог, поэтому гранату кинул, чтобы развеять этот смог. А, как, разминулись! Такое бывает? Такое бывает, разминулись, ё-моё. Ну, Джаль знает, еще один смог. Чуечка все-таки Джаля. Оу, ну, не повезло, не фартануло. Блин, на самом деле я хочу, чтобы Джаль уже как-то на пошел, разнообразие, там тоже карта есть. Может, не знаю, что там тоже карта есть. Ну, и такое может быть. Вообще не знаю, зачем он гранаты кидает смог, чтобы он развеялся, если у него ВХ есть. Ты так все видишь, иди убивай, что ты. Угу. Угу. А он знал просто. Вышел, увидел, пострелял, убил. Разменяли Джаля, ну бывает. Хотел снова пропушить Б, но кинули этот вонючий молик. Зачем вы бросаете? Джаль хотел пропушить. Зашли с мида, забрали тиммейта. Джаль сразу разворачивается, смотрит. Ты чё, на кого ты нападаешь? Слышите, еще один перезаряжается. Залетает сразу, дает тапчик и все. Этот в тапочках отлетает. 76% голову Карл. Как вы можете заметить, Джаль и за эту сторону тоже идет на Б. Но начали заходить на А, поэтому Джаль сразу же перетянулся. Дает одну голову, вторую, третью. А, ладно, он дал одну, все остальное тиммейты. Но ничего, тоже бывает. Джаль сыграл важную роль. Роль приманки. Командный игрок. Хотя этот командный игрок настрелял больше всех. Решил тиммейту побрить спину, поэтому вот своей бабочкой чиркает по спине тиммейту. Ждет противников, сам решил не пикать, не нарываться. Думает, ну я ж уже за КТ играю, могу себе позволить постоять, подождать. Знаю, что рампа есть, пытается пропушить слева, не знал, но у него выходит и он убивает. Ну, обычный килл, просто перевелся, просто убил. Но это не особо тяжело для Джиэля. Кидывает смоки, гранаты, флешки, все откидывает. Все, что есть, все, что подобрал, все выкидывает. И смотри, снова, как же он любит смоки, как же он любит эти все досточки, эти все коробки, все простреливать. Но тиммейты тем временем всех забрали, остался один на Т-спавне, убивает с дигла. Ну понятно, почему он убивает с дигла, у него лютый автомобиль на аватарке, именно поэтому Татанкар так хорошо стреляет с дигла. Я думаю, против Ланоса ни один киберспортсмен не вывезет. Пушат пит, тем временем Джаль откидывает все флешечки, там молотовы. Понимаю, что уже проходит, закидывает в плен, думает, вы сейчас будете туда бежать, я закину, вы все сгорите. Но нет, они не побежали, они знают, что если в молик забежать, то они умрут, скорее всего, поэтому они решили не бежать все-таки. Ластовый раунд, что делать Джаль, мне кажется, он жестко будет пушить, смотри, ну да, уже пропушит рампу, уже смотрит двери, одного забирает, уже смотрит на мид, смотрит снова на Т-спаун. Видит там одного, тут палится, Джаль пробегает, забирает его, еще в смоку есть... Не, нет, уже тиммейт забрал. Ластовый где-то на миду, и это тот же Ланос остался. Это был реванш Джаля против Ланоса. Все-таки Джаль выигрывает в этой битве. Победа, есть победа. Что хочу сказать, то, что я ожидал увидеть, то я и увидел, в принципе. Скорее всего, Джалю просто скучно играть в КС, и он уже бегает по всему, стреляет по всех. Просто агрессивный игрок. Видит смог, бежит в смог. Видит молотов, бежит в молотов. Видит противника, стреляет. Не видит противника, тоже стреляет. Объект движется, стреляет. Объект не движется, тоже стреляет. Ну как-то так, вот так я могу описать Джаля просто. Вот и все, что у нас получается. Агрессивный игрок равно MVP мажора. Получается так. А вообще мне понравилось. Играет агрессивно, это красиво. Я думаю, вам тоже понравилось. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотры. Всем удачи и всем пока.